Всем привет, с вами Нильфгорн, игра Besiege, в которой было небольшое обновление, и мне подарили лицензионную версию с этим обновлением. Спасибо, человек решил остаться инкогнито, поэтому спасибо ему огромное. И в комментарии, в последнем комментарии про катапульту, там, ну не в последнем комментарии, в каком-то из комментариев парень какой-то... Подписчик сказал, что крутая катапульта, жалко, что однозарядная. И у меня тут же пришла в голову мысль, а почему бы не сделать многозарядную катапульту? И представляю вам трехзарядную катапульту. Сегодня мы будем разрушать вот этот памятник. Неважно, что разрушать, просто смысл в самой катапульте. Конечно же, такое устройство получилось сделать только выходя из рамок. Ну, лично у меня, конечно, можно было бы как-то поменьше. В принципе, принцип создания можно и меньше запихать. То есть, ну, в квадрат вместить это. Но у меня так. Начинаем. Что же здесь есть у нас? Во-первых, у нас есть... Во-первых, эта катапульта, она двигается, то есть и поворачивается. Поворачивается, как говорится, вперед, назад. Все ездит, то есть все двигается. То есть мы можем метиться. Пожалуйста, приметить. Так, зачем вот эти шестеренки стоят здесь? Вообще они для точности настройки выстрела, то есть дальность можно, точнее вот так вот, вот сейчас вот стоит это максимальный выстрел, можно уменьшить дальность выстрела, заклинив шестеренки, то есть сейчас найдем эту кнопку, потому что у меня вот, то есть мы поднимаем вот здесь эти рычаги и заклиниваем шестеренки, так немножечко, оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп, обратно шестеренки, обратно-обратно, немножечко пошло не так. Вот, вот, все, вот, теперь ровно встали. Вот теперь мы заклиниваем, и чем глубже мы их запихиваем или чуть меньше запихиваем, то есть можем вот так вот поставить, и удар будет шестеренки, когда катапульта будет ударяться, ну, запускать снаряд, то есть шестеренки будут ударяться об этот щит, и, то есть все, чуть ближе будет падать снаряд. Но для того, чтобы вот не было вот... вот этой вот болтовни транспорта, у меня есть, как забыл, как это, как у кранов, в общем, вот такие выдвигающиеся блоки. Собственно, вся катапульта, она немножечко приподнимается над землей. Так, я вижу, что мне мешает вот здесь вот овечка, которая бегает подо мной. И смотрите, вот просто вот, ну как так-то. И все, я больше ничего не могу сделать, потому что... Нет, давайте заново. Мне не нравится, что овечка мешает. Так, выдвигаем давайте задвижки. То есть теперь аппарат, он более устойчив и как бы не болтается. То есть это было проверено, это 100%. Все, конечно же, закреплено. Как видите, просто тут немерено всяческих переборок, распорок, то есть очень всего много. Так, что же еще здесь мы уже, я здесь уже рассказал. Так, ой, выше, высоко не нужно, а то произойдет поломка. Так, то есть это понятно. Ну и плюс еще как щиты работают, в принципе, щитами можно здесь многое закрыть. Я уж не стал закрывать в данном случае, потому что мы разрушаем. Нет, убираем давайте переборки вот эти, то есть заглушки. И, в принципе, как работает катапульта? То есть, в данный момент здесь есть противовес, чтобы постоянно назад шел противовес, то есть, чтобы она обратно отходила. То есть, вот этот вот рычаг, он обратно отходил. То есть, в принципе, давайте запуск. И все развалилось. Господи, почему так развалилось-то? Главное, как всегда уж, да? На тестах проверяешь все нормально. Здесь проверяем, что-то сразу идет не так. Давайте еще раз. Все, вот. Ну вот, небольшой промах. Ничего, ведь у нас катапульта-то не однозарядная. Так вот, теперь можно еще раз зарядить. Теперь мне нужно более такое плавное управление. Это мы опускаем вот зарядку.
Единственное, что, наверное, вот здесь вот нужно было как-то... Вот этот момент, конечно, он болтается, я заметил, что... Так. Тонкая работа нужна, тонкая работа. Сами понимаете, что... Так. Поднимаем аппарат. Зуб! Куда-то, я не знаю, притом попал снаряд вроде бы в памятник, но не произошел взрыв. Ладно. Не, болтушка вот эта, мне она не очень нравится. Так, есть. Есть. Все. Залп. Почему-то, как видите, вот здесь вот, я знаю. Так, давайте заглушечку поставим. Так, ой-ой-ой-ой, не то. Так, сейчас шестеренки настроим, потому что они вот мне не нравятся. То, что... Ну вот, в принципе, нормально. Единственное, немножечко опустим вот так вот заглушки. И еще опускаем еще один снаряд. Все, спокойно, спокойно. Зоп! Недолет. К сожалению, даже три снаряда мне не хватило. Нет, давайте еще раз попробуем. Оп. Как видите, он патрон куда-то улетает, куда-то непонятно куда. Не знаю почему. Вот он не хочет взрываться, вот, честно. Хотя снаряд вроде бы нормальный. Как видите, сейчас, в принципе, все произошло нормально. Вот, есть, отлично. Просто, скорее всего, сам памятник не детонировал взрыв, а детонировал исключительно о землю. Вот, собственно говоря, такое вот устройство. Я решил его показать, потому что, не знаю, мне лично очень понравилось. И у меня это получилось, даже вот я зацепил. Теперь мы складываемся. Ой-ой-ой-ой. Чересчур сложился. И поехали. Ну, конечно, уже можно додолбать просто вот. Самое, конечно, вот здесь вот я сколько не пытался сделать, самое слабое место это вот здесь вот этот рычажок. Как его сделать так, чтобы он нормальным был, не знаю. Все остальное функционирует нормально. Здесь стоит пружина, чтобы смягчать удар обратный. Здесь стоит тоже пружина, чтобы при ударе смягчать, как бы вот, то есть, как видите. То есть все нормально работает, в принципе. Ну, конечно же, промах. Можно развернуться. Куда-нибудь поближе подъедем. Так, это не то. К сожалению... Оп-оп-оп. Так. Перезарядка. Опс! Я отцепил не ту бомбу. Так. Конечно, можно стрелять без опор. Но, как видите, и он тоже, ну, аппарат не слишком болтается. Ну, прям, ну, чтобы на 100% он там, болтушки у него нету никакой, конечно. Но все равно. Все, развалился. Почему-то разваливается у меня вот эта вот часть. Кстати, странно, почему я... Не знаю, честно говоря, может быть, я неправильно... По поводу этого пистона я не знал, что его так же можно закреплять. Но смотрите, сразу тяжелее стало, по-моему. Да, такое чувство, что тяжелее стало. Ой. Вот это вот... Вот этот кончик, он тяжелее стал, и кончик. И теперь нет вот этой легкости в движении, так скажем. Хоп. Нет, я до сих пор вижу, что какой-то кусок отцепляется от меня. Ну-ка еще раз перезарядку. Так, оп-оп. Это на семерочку у нас, значит. Поднимаем.
Залп! Чуть-чуть поближе нужно подъехать. И... На восьмерочку. Оп. Ну, сами поняли, что здесь просто нужно попасть правильно, в принципе. Интересное устройство, работает очень интересно и, не знаю, очень интересная игрушка в плане создания. Я постараюсь еще что-нибудь интересное создавать. У меня в планах есть также... Все, развалилась часть вот этого. Не знаю уж, почему она так... болтается. Может быть, вот с этой стороны закрепить? Так. Нет, болтается вот. Пунг-панг. Вот это слабая часть вот этой вот конструкции. Ну, конечно же, от автомобиля ничего не осталось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Присоединяйтесь к моей группе ВКонтакте. Игрушка очень интересная. Я продолжу про нее снимать. Буду делать обязательно и прохождение, конечно же, миссии, и обновления буду осматривать. Потому что даже в этом обновлении были добавлены и камень, булыжник. И, кстати, может быть, к примеру, давайте-ка воспользуемся булыжником. Может быть, булыжник-то... Ой, а как-то булыжник-то тяжелее-то. Булыжник тяжелее, а чтобы увеличить мощность... Во-первых, давайте сохранимся. То есть... Трехзарядная катапульта. Ну вот, пускай так вот и будет названо. Так, и теперь можно проэкспериментировать. Так, во-первых... Во-первых, вот здесь вот еще вот пружинку давайте поставим. Так. Я не понял, что произошло и куда у меня половина блоков пропала. Все, нормально. Я, честно говоря, не понял. Какой-то глюк произошел. Половина блоков куда-то пропала. Конечно же, шарниры, которые я установил для устойчивости, они не очень нужны, потому что изначально не было вот этих колес. Вот этих колес как раз-то они тоже добавлены. Это обычные колеса, которые не движутся, а именно просто, ну как вот, ими нельзя управлять, в общем. Потом еще добавили вот здесь шестеренки и управляющие шестеренки. Собственно говоря, вот здесь управляющие стоят. Также добавили крыло, балласт для полетов. Потому что этого не хватало, на самом деле, балласт. То есть увеличивать какую-то, ну, перед, к примеру, по тяжести. Камень добавили, потом вот этот плуг. Честно говоря, я пока что не представил еще, как им пользоваться. То есть и где его можно использовать. Также в обновлении еще... Я, кстати, надо было это вообще в самом начале сказать. Вот такое вот устройство, Half-Pipe. Какой-то, типа трубы, что ли. Ну, или подставку. Я тоже не представляю, но единственное, баллисту может быть построить. У меня появились мысли. Так, давайте еще с камня попробуем. Просто побольше пружин, да? Так, вот, ну, что я и боялся. Ох, просто теперь вся... конструкция просто не выдерживает. Потому что если мы резко, допустим, начинаем двигаться... Ну-ка, сейчас. Ну да, нет, для камня эта конструкция не подходит, она слишком хлипкая, то есть здесь нужно... Даже я не знаю, что нужно. Хотя есть мысли, конечно, но... Не знаю, как камень посылать. Именно камень. Хм.
Ну, здесь, в принципе, можно побольше распорок поставить. То есть, сами смотрели, все это было, работало. То есть, надо уже заканчивать, а то сейчас уйду опять в леса. С вами был Нильфгорн, всем всего хорошего, пока.